Все, вот смотри, что-то написано. Дядя Вова, приходи срочно домой. Рядушки, смотрите, бульдог идет нахуй. Мариман, Мариман нахуй, смотрите, с колясочки, видите. Ребятушки, всем привет! Рамбос пришел, бля, в 10 часов, блядь, поймал где-то получил. Нихуя, выбили там зуб или что? Щекуру зарезал. Щекуру зарезал? Mm. Все, ребят, мы едем сейчас в магазин «Детский дом» за Виталькой. И поехали к Рыжику. Ребятушки, еще Виталька пришел, пошли, он Виталька опять набрал детишкам. Ну, мы с ним пополам набрали, ну ничего, пошли, Виталька. Вон, Рамбос, стой здесь, машину охраняй. Видите, у нас, блядь, сегодня Рамбос. Угоняют, да, бля, он заведенный, блядь, и в Германию увозит. Вчера ребята ходили на этот, ребрышки готовили, люля-кебяк, нахуй. Так что Виталька, видите, сегодня сытый. Сейчас зайдем детишкам подарок и поехали. Сегодня, ребята, у нас, походу, дело много съемок будет, будем сегодня искать. Я на своей машине будем искать сегодня. Виталий сказал, блядь, без Рыжика не уедет никуда, нахуй. Говорит, даже того инвалида найдет, блядь, с Рыжиком на улицу вытащит. Здравствуйте. Здравствуйте. Возьмите, пожалуйста, детишкам. То люди переживают, говорят, на вахте женщина забирает себе, до детей не доходит. Ой, да. Я вообще поражаюсь, люди такие бывают. Да, бабулька, да, ну как, вы сейчас найдитесь. Ой. Ну все, ладно, до свидания. Все, ребята, мы едем. Пожалуйста. Мы едем, дружище. Ребят, ну не несите херню. Чего вы там, блядь, кто что забирает? Ну что за глупости, блядь? Вы сами представляете, такая женщина. Похер, есть такие всякие люди. Ну такая, блядь, что она пойдет? Поселок маленький, а это сразу узнается. Вы что? Все, а мы едем к Рыжику, нахуй. Ребятушки, приехали на Рыжего, скажем, место, курточки, видите. Рамбоса повели, ребят. Предлагаем Рамбосу остаться с Рыжим. Он говорит, я подумаю еще. Потом, к концу съемки, говорит, скажу вам. Может, останусь, говорит. Я говорю, что? Тут они живут, блядь, кайфуют, блядь, никогда с похмелья не болеют, нахуй, всегда бухать есть у них. Их никто не пиздит, блядь, Рамбоса бьют, нахуй. Да, Рамбос? Все, говорит, видите, уже наполовину согласен. Сейчас он минералки выпьет. А ты кто там, ну, это, стерный там? Кого? Который не помоет, блядь, отсюда. Виталька идет, Виталька по видео все, всю дорогу знает, видите, даже не заблудиться, нахуй. Хотя тут дорога-то одна, блядь. Сейчас раз прикинем Рыжу здесь. Так что, ребята, делаем ставки. Следов нету. Нет, вот кирпичи. Жгут. Все, посмотрим нахуй. Может, варюга нахуй. Дальше, дальше, дальше. Матрас это изорван, это все. Пальтишка висит нахуй. Так. Ну, все заброшен. Рыжий здесь заброшен, нахуй. О, блядь, там все разворотили, нахуй. Наверное, Рыжего искали, пизды тут. Все, вот смотри, что-то написано. Дядя Вова, приходи срочно домой. Домой, о, ребят, видите, что написали? Дядя Вова, приходи. Ну, это Димка, наверное, написал. Ну, ребят, пойдем искать его. Вот, вот видите, блядь, его, ребят, даже дети, блядь, Димкины его, блядь, дом, видите, как полюбили, как, блядь, родного, он скотина так сделал. Ладно, нахуй. Едем искать дальше, на речную сейчас поедем. Дядушки, приехали на вторую точку Рыжика. Сейчас он посмотрим, пошли бомблю покажем тебе. Рамбос, Рамбос, видите, там штанки подтягивают, ребят. Сейчас, ребята, если тут кто мне обещал пизды дать, посмотрим, ребят. Но я один, конечно, буду сам разбираться с ним. Посмотрим, что он там за базар. Опа. Есть кто живой? Так, ребяточки, тут нихуя не видно. Не. Рыжий! Вот Костя мог бы здесь жить, блядь. Бесплатное, блядь, жилье нахуй тебе. А, бля, в лесу поночую. Говорит, в лесу, говорит, лучше поночую. Ну все, пойдем на поляну, ребят. Там где-то, как он, блядь, кто он там в комментариях. Ребят, там под видео найдете. Пойдем пиздоболы, если он, блядь, сейчас его нету здесь. Под видео дом ляма, где мы готовили. Там Шахрух писал, что говорит, приеду. Пиздов, никого нету. Ну, блядь, ребят, смотрите. Ну чё, блядь, знаешь, ты пиздобол. Пиздобол. Поверь, если ты был бы здесь, Виталя бы мне бы не стал помогать. Я бы тебя сам бы разрубил, блядь. О, дрова.
Обжигали ночью-то, блядь. Ну все, поехали в другое. Спиртяжка. Лампочка. Вот, ты можешь так же, как они жить, блядь. Спокойно пошел, в лес разжег. Захотел бомболюк, в дождь пошел. Я, говорит, лучше в лесу жить, блядь. А чем лучше-то в лесу-то? Бомболюки, тепло, нахуй. Свечку зажег, нахуй. Ребят, ничего. Ребят, блядь, я тоже за Рэмбо переживаю. Я уговорю его все-таки остаться жить в Отбесе, наверное. Хули, пускай парень живет нормальной жизнью хоть. Свободной, нормальной жизнью. Никому ничего не должен. В помойках ест, нахуй. А что? Я вот сейчас выкинул, там у меня там тоже были сосиски, выкинул старые. Я их не выкинул, ребята, я их положу просто, чтобы бомжи нашли. Они найдут. Я это как для них холодильник, я их туда положил, они кто-нибудь поедет, и сосиски не идут. Ну все, мы едем это. Видите, даже у меня Павел Васильевич ключи оставил от машины. Вот такой растеряха, блядь. Все, Рэмбо, жарко, видите, опять мышцы свои голимые показывают. Смотрите, опа, все, нахуй, блядь, нахуй. Пиво дает о себе, знаете, ребят. Сейчас он не ебанул, нахуй. Так что ты, еще круг, видишь, я привозил специально Рэмбо, он, блядь, тебе пизды хотел дать, нахуй. Но ты, блядь, засал, не пришел. Так что... на работе где-нибудь. А, может, на работе. Ну, сейчас на работу к тебе поедем. Все, круг. Давай. Приехали во второй. Осторожно, стекло. Видите. Осторожно, стекло. Витя и Артем. Администрация. Тут, ребят, прикалываются. Опа. Рыжий. Рыжий! Вовка! Вовка! Рыжий! Есть кто живой тут? Мужики! Все, ребята, нет никого. А тут там это, кто-то написал, дети, осторожно, говорит, стекло здесь. Набросали стекло, говорит. Администрация какая-то, говорит, блядь. Витя и Артем. Ну, дети пишут. Ладно, ребят, едем дальше. Дальше на точке едем. Рамбос. Ты выбирай бомбулюки, кого получше так. Это хороший, туда никто не дает. Еще на одно место приехали. Видите, блядь. Рамбос выбирает все жилье, блядь. То не нравится, это не нравится. Ему надо, говорит, чтобы поближе в городе было, блядь. Магазинчики были. Ну хули. Сейчас ему еще один покажем, нахуй. Так что, ребят, люки-то все открыты. Кто-то живет же в них, нахуй. Вот там что-то кофтейка появилась какая-то. Штанишки, это бульдоговские штаны, нахуй. Бульдог, походу, здесь тут трется. Ну, сейчас посмотрим. О, есть кто живой? Там вот чекушка. Это не трекушка, это кофта какая-то. Ребят, тут он живет. Бульдог, рыжий. Губернатор! Всех, блядь, покричать нахуй. Эти тарелочки. Ну это, блядь, обитаемые, ребята. Обитаемая среда, нахуй. Здесь кто-то живет, нахуй. Че, здесь нет, здесь тебе нельзя, здесь кто-то живет, нахуй. Тебя сюда не поселить, нахуй, Рамбос. Ну, блядь, тут видишь, занят, конечно, не будешь, блядь. Тут, блядь. Я вообще даже тут, в любом другом. Тут может губернатор живет, а он, блядь, тут парень. Кто? Губернатор меня погоняло. Он это. Афганец, нахуй, он не пустит тебя сюда. Так что, блядь, вот так вот, нахуй. Ну ничего страшного, что. Найдем тебе другой, сейчас еще пойдем дальше, ребята, искать. Тут столько бомболюков. Сейчас найдем, нахуй. Видите, Рэмбос-то, блядь, ехал, блядь, ебало бить, нахуй, приехал, видите, ничего, жилье не... Куда я ехал, ты что сейчас договоришь тоже, блядь? Вот, вот не слушайте его, ничего, путем не скажет. Блядь, сука, сейчас, ребята. Ребят, я уж без камеры выключу, сейчас ему нащелкаем все так, не понимаете, чтобы не пиздел. Ребятушки подъехали к трубам, может, на трубах. Ну, тогда прокат заехали, никого нету, наверное. Сейчас, если погода хорошая, мы на трубах здесь сидим. Погода хорошая, на трубах не сидят. Что не валяются, нахуй. Все, идем другой металлопрокат, блядь. Вот они, обманщики. Ай да бомжи, блядь. Ай да нас обманывал с Виталькой, блядь. И даже Рэмбо, блядь, приехал посмотреть, блядь, на них, нахуй. И то его обманули, всех обманывают, нахуй. Ребятушки, смотрите, бульдог идет, нахуй. Мариман, нахуй, смотрите, с колясочки, видите. А! Сучара!
Бариман нахуй! Паха! Куда поехал? Привет, парни! Нахуй. Поехали, металла паркан! Давай поехал! За маяка, вот маяку ставь! Давай! Давай! Бариман! Морячок, блядь, ребяточки! Видите, какой моряк, блядь! Сука, точно, блядь, Федук, блядь! И что, нахуй, на дорогу выходит? О! Валентин! Это, сука, блядь! О, назад оборачивается, наоборот! Бля, ребята, ну все нахуй! И морячок, блядь, и ебарь собак, блядь, все тут нахуй, ебать! Сука, вот это я понимаю, блядь! Не, не закрывай, не так все! Сейчас, ребятки, пойдем посмотрим, нахуй! Карамбос будет знакомиться, нахуй! Валентин! Вот, блядь, а! О, что, познакомиться? Смотрите, ребята, морячок идет ЛЖ. Если бы был моряком, блядь, я бы трубку курил, а он по дороге ездит, блядь. Бульдог, сука, по дороге прямо идет, нахуй. Здорово, Валентин, блядь. А где Никола там? На кого час вообще, блядь? Морячок, блядь, сука. Куда пошел ты? А что ты, что это такое, на металлом поехал или что? Ну, металлом. Так а что здесь-то, блядь? А, тебе обдирать надо? Сука, ты колясочек нашел? Сука, спал он нахуй. Металлома сколько, ёлки-палки-палки, ты будешь известно? Здорово, блядь, где был-то нахуй? Парни. Морячок нахуй. Привет, германина. Во, Германия, блядь. Всем германцам привет. Германцам. А ты что, поскольку не нашел я. Не нашел? Нет, я Леху встретил, это самое. Он говорит, рыжего, говорит, найти. Я знаю, что где-то он на больничном живет. Это самое, у инвалида. Ну, там за инвалидом ухаживал. А какого именно, я там не знаю. Сейчас будем искать. Ладно, Вольдо, как дела-то у тебя? Да ничего, так. Кроссовочки. Потихонечку. От души. Не трогай, блядь. Всем германцам там привет. Тоже. Смотрите, а Рэмбос там с Валентином общий язык нашли, нахуй. Все, у них. Парня вам привезли, возьмете его с собой бичевать, нахуй. Куда, бичевать? Да, он, блядь, жил нормальной жизнью, просто говорит, хочу, блядь, в свободной жизни, нахуй, побичевать, говорит, нахуй. Ладно, да, что, почему? Рэмбо, иди сюда, будем тебя принимать, нахуй. Возьмем, конечно. А что ты это, блядь, это? Раздирание пошел или что? Да это нет, я сюда привез просто в сторону, то есть везу, потом нахуй везем. Рэмбо, ну что, бульдог берет тебя нахуй? Так что давай, Рэмбо будем. Все, нахуй, братья покрестились, нахуй. Кровный, кровный. Валентин, возьмете себе его жить? А, нефиг делать. А то ему скучно. Ну, место хватит, блядь. Там место там не только на... А где вы, где, бомбарики? Там, блядь, на всех, нахуй, на полку. На полмира хватит места. Надо. Нихуя хватит, полмира. Да. Так что, ребята, приезжайте бомжевать, блядь, места всем хватит. Но... Может, Виталька останется. Там еще один, тоже ставит. Там Никола, что ли? Ему не захочется обратно домой ехать даже. Да. А где Никола-то пошел? Они нихуя, блядь, как они ходят, ребята. Ребята, заметьте, у них ходьба. Один по дороге, другой посюда, третий потуда, блядь, они окружают. Ты что, Марин? А ты что, как стал бочевать-то? Я не пью. Сказал, да нет. Не-не, он пока еще алкоголик, нахуй. Он еще пока не бич. Ладно, понятно, что. Если что, пацаны, познакомил тебя, если что, сюда рвани, нахуй, они тут тебя примут сюда, да? Уречинский. Работа. А что там? А там какой там, блядь, там деревня, нахуй, что там можно? Ну ты, блядь, подними кепку, да, козырек ты. Че, Мишка там тебя видел? Мишка тебя видел, нахуй. Ага. О, моряк. Капитан. Смотри, у него капитан написано. Капитан. Улыбните. Опа. Ну-ка, нахуй, а че, блядь? Жириновский. Ребята, это уже, блядь, политика, блядь, пошла в моем канале, блядь. А чё, блядь, Кости дайте хоть кепку, есть кепка ещё, Кости? А нахуя сюда? Ну. Чё ты, блядь, пускай хоть в шите асбестовки покусают, нахуй. Чё ты, блядь? Алё, вот бульдог тоже известный, нахуй. Бульдог, блядь, это знакомый, блядь. Я уже, полгорода уже. Так ты нихуя, мы тебя, блядь, увидели с такими, блядь, тупудом ездить по дороге, блядь. Хули, ребята, это настоящие уральские бомжи, блядь, по дороге ходят, нахуй. На будущее, да. А ты хоть поворотник включал, не включал, там как на обгон шёл, блядь? Да, так. Нихуя коляски, видят за саморезами коляски. Смотрят у меня, нахуй. Ну, а что, покрышки подозрительные, ну. Рядом. Все, понял, блядь. А я в ноль внимания, нахуй, по прямой, нахуй, пиздану, нахуй, тележка есть, нахуй, вперед, нахуй. Короче, вы сейчас идите, сдавайте, мы сейчас найдем пузырек, идите, знаете, куда?
Давайте, давайте, мы сейчас проедем, я сейчас пузырь дам. Сидите там на трубок. Сейчас подожди. Мы сейчас поищем, может, рыжего найдем еще. Это покажи. Рыжего, вон на Понищем городке где-то. Я только нам знаю одного, его видел, он в своем доме живет. Он, походу, дело у него. Он без ног, короче, этот инвалид. И мы у него как-то одно время работали. Да? Тоже, да. Он меня, короче, нас позвал, говорит, блядь, ребята, говорит, помогите, там, все это раз, вот, там, завтрак, там, обед, все, ужин, все, вот, понятно, все, в конце работы вам, там, поэтому, вот, он, скорее всего, там, у него, если я не ошибаюсь, конечно, ну, может быть, может быть. Ну, бля, ребята, капитан Джек может, воробей может ошибаться, капитан, блядь, дальноплавание, капитан, улыбнитесь. Улыбка — это флаг корабля. Кто там говорит, что они, блядь, грустят нахуй? Нихуя они не грустят нахуй. Ну все, поняли, на машине я сейчас булку дам, идите на трубы. Нет, сначала сдайтесь, идите на трубы. Жить. Называть ничего. А вот это хуй. Я спрятал, надо ее разбирать. Спрятать куда смотрю, прятать-то будет, блядь, прятать, блядь. Смотрите, ребята, машину прячет. Док, а ты лучше ее туда угони, в тот доме, где вы сидели. Ты что, у тебя спиздят, блядь, здесь, блядь, ты ебусы зуют? Да, туда, в сарай. Прячет, блядь. Кепку я же потерял, блядь. Капитан. Ты капитан, думаешь, никто не заметит, что же коляска стоит? Капитан, капитан. Блокматы. Девушки, ой, звезды. Посмотрите у нас в России, какие девушки. Блядь. Я говорю, он даже не захочет уезжать. Сука, морячок, блядь, попай, блядь. Пошли, ладно, пузырь дам вам. Ну иди-то я сразу на трубы, да? Давай пойдем, а это пускай нас запускали. Ну, можешь сюда с тобой это, Рэмбо взять, покажешь ему дорогу, блядь, на трубах. Рэмбо, посидишь с ними, ага? Пацаны, попьешь? Рэмбо сейчас загрустил, блядь. Не бойся, не оставим мы тебя здесь, ты что, ебухай? Ты же речинский, алкаш. Виталику даже уезжать не захочется. Так он так уже не хочет, да. Он уже визу продлевает, нахуй. Он остается здесь. Хули, мы же его подыскали, бомбалюк новый, нахуй. Он говорит, все, остаюсь, нахуй, здесь. В Германии, говорит, с этим сложно, нахуй. Бомбалюк, блин. А это кто? Не знаю. Вот это кого-то строитель, а вот там... Деньги зарабатывают. Все, иди. Где? А, нет. Ну все, иди на трубы. Иди с ними тогда. Мы на трубы. Ты возьми водку. Или, ну, вам пузыря хватит. Возьми здесь. Ну все, на трубы только никуда не ходите, блядь. Мы сейчас проедем. Все, водки есть. А? Давай. Блядь, смотри, чтобы его не потерять, Рэмбоса. Рэмбо у него. Костя. Он же не из Германии, это вот. А друга поедет в Германию нахуй. Виталий только может потеряться. Всё. Один день вас возвесить с бомжами, вот это я. Да, вот это. Все. Там ждите. Все, давай, давай, давай. Давай. Пирата пошли. Пирата. Ребята, блядь, это будет что-то. Похоже, дело сейчас они напьются, блядь. Объясняю. Он садит свою компанию нашел. Сука, ребята, боюсь Витальку с ними отправлять. Нахуй я потом Витальку не встречу, там, блядь, не заберу. Но... Ладно, мы поехали, ребята, Рыжика поищем сейчас еще. Брата родного хотя бы, может. Сейчас прокатимся. Вот и церкви. Проверяем, здесь что-то лежаки есть. Кто-то тут живет. Ладно, хуй, пошли до этого, брата родного, я посмотрю. Живут, нахуй. На открытом небе, блядь, хули. В воздухе. Там сидят, ребята, возле церкви какие-то алкаши, но это не наши, они хули. Чисто алкаши там сидят. Чисто, а нам чисто алкаши. Рэмбоса хватает. Сейчас, ребята, через какое-то время он превратится быстро с ними в бомжа, блядь. Они его забрали, хули. Моряк Папаева, блядь, схватил, нахуй, сразу. Этому самого брутального бомжа, блядь, в гостях, нахуй. Ну не знаем, где он, блядь, ночью, блядь. У него самые охуенные места, блядь, заповедник, нахуй. Живет в заповеднике, сука. Паскудник. Только сам уж, блядь, походу, его вымер, нахуй. Хуй найдешь его. Видите, малину тут, можем малину рвать, нахуй. Он тут тоже нашел себе место. Малину порвет, нахуй. Спирту попьет, нахуй. Настойки малиновые, блядь, делает, нахуй. Ну, брата родного-то это, блядь, процентов 90, что не найти его, нахуй. Ну просто хоть, блядь. Чтобы исключить этот момент, нахуй.
Вот видите, у меня вход там, мы, блядь, с другой стороны все, ходим, ходим. Так, что у него, может, новое появилось, нахуй. У него, блядь, тут довольно-таки большое пространство, нахуй. Так. Что у меня тут, ребят? Кто помнит по видео, видите, что у него новое, бочки, чайники. Видишь, мужик-то хозяйственный, блядь, все в дом тащит, нахуй. Обувки и сколько пар, блядь. Ну вроде, блядь, старый костер. Может он... Бочка брака там, нахуй. Ладно, хули. Идем искать их по городу, нахуй. Что он там? Женщина, наверное, ждет, нахуй. Видите, эти сумочки, блядь. Ну это брат родной, хули. Подарки. Паскудник, что там у него... Лапша, что ли, блядь, или что, лапшу варил, нахуй. Блядь, видите, там у него двухкомнатный уровень, там, вот там, видите, еще комната, нахуй. Довольно-таки. Там, ну, там туалет может, блядь. Да хотя брат родной, наверное, блядь, штаны серит, нахуй, хули. Он настолько крутой мужик, что прям может срать штаны, блядь, ему похуй, блядь. Он вентилятор, видите. Карсон, блядь, улетел, нахуй, блядь, всяким. Улетел, но обещал вернуться, нахуй. Все нахуй, хули. Ладно, едем по городу дальше, нахуй искать. Паутина, блядь, ребят, тут, блядь, пиздец, на. У него два входа, у него вон туда. И вон туда там, а, там туалет может, на. Ну хули, видите, запасной выход есть, если мало ли что, гореть начнет. Вот из рай даже есть банки. Ну. Видите, он если что, нахуй, гореть начинает, он раз. Футбольные эти, которые Nike. Nike, видите, все, футбол играет, он, блядь, груши только нету. Ну груши, наверное, он в здании оставил своем. Вы тогда показали, где она висит. Ну. Квас пьет, блядь, окрошку. Пакетики, бычки. Все, блядь, нет. Ну хули я тебе говорю, он мужик хозяйственный, это, блядь. Он все в дом тащит, блядь. Видите, тут у меня мусорка, видать, свалка нахуй своя такая. Ладно, поехали. Ребятушки, ну что, мы уже полтора часа проездили, проискали. Сейчас поедем, короче, за бульдога заберем с Рэмбосом, нахуй. Привет, ваши любимые продемонстрируют, нахуй. И поедем с бульдогом уже искать рыжего. Пиздец, ну не знаю где, вообще никого нету, блядь. Дети, по-моему, уже вымерли, нахуй. И, наверное, все, они, блядь, спячку ушли, нахуй, до зимы. Сейчас поем. Мы там уже, наверное, нахерачились, хули. Полтора литра водки всосали уж, наверное. Ну, еще было у Рэмбоса, блядь. Да, там еще Рэмбос, блядь, может, уже превратился в бомжа, нахуй. Ребят, сейчас посмотрите, на... как говорится, все для вас, нахуй. Виталий как грустный, говорит. Да. Ребят, ну если сегодня не найдем даже, блядь, мы все равно будем вечер искать. Не найдем во вторник, да, мы не поедем на рыбалку, поедем опять искать. Так что, блядь, в любом случае будем искать. Как говорится, надежда умирает с любовью. С любой. С любой. Сейчас, блядь, машина, ребят, меня дергает. Тут, ребят, кто понимает, может, подскажет, что это такое. Бывает на малых обходах, раз, она бум-бум-бум-бум-бум-бум, вот так попердово постреливает. Ну, зажигание, мне кажется, стрёмное. Подскажите там, кто в комментах, как ее настроить, блядь.